Здравствуйте, дорогие любители годных ICO. Мы с вами продолжаем рассматривать проект Zenodis. Итак, разработчики стремятся создать платформу, которая будет способна решить проблемы, о которых я сказал в прошлом видео, и предоставить нам лучший сервис. Они предлагают всем желающим создавать и продавать цифровые активы вне зависимости от уровня знаний и навыков. Платформа использует технологию смарт-контрактов, которые позволяют разработчикам получать вознаграждение на каждом этапе разработки своего продукта, которое распространяется среди всех авторов в зависимости от их вклада. Основная задача платформы – это сделать процесс создания активов бесперебойным и простым, который будет доступен для пользователей, не обладающих необходимыми техническими навыками. Кроме того, проект обладает и другими особенностями, и их мы рассмотрим прямо сейчас. Во-первых, интуитивно понятный интерфейс, который делает весь процесс быстрым и простым. Во-вторых, экосистема платформы предоставляет небольшим компаниям доступ к решениям и технологиям, которые до этого были зарезервированы крупными компаниями с большими бюджетами. За счет интеграции оптимизированной среды, отсутствия посредников и децентрализованным решением, процесс разработки становится гораздо более экономичным и эффективным. Далее, пользователям предоставлены все необходимые инструменты для разработки и монетизации своих продуктов. Сервис обеспечивает справедливое вознаграждение для участников процесса, причем для всех. Технология блокчейн обеспечивает надежное и анонимное хранение активов, а встроенная торговая площадка представляет возможность для обмена цифровыми активами. И помимо прочего, платформа может выступать в качестве образовательного инструмента, где люди могут овладеть многими техническими навыками. Я считаю, что это очень и очень круто. В следующем видео мы поподробнее рассмотрим данный проект. А на этом мы с вами заканчиваем. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.